О, получилось. Ну, теперь мы еще и ролики начнем снимать. Здравствуйте. Я одна из тех, кто учится на курсе Светланы Филатовой «Физиогномика». Потрясающий курс, хотелось бы пару слов рассказать. В свое время я отучилась 6 лет в институте на факультете психологии. И как-то вот те знания, которые я приобретла в институте, тяжело увязывались с практикой. Теория – это теория, а жизнь, она все-таки требует несколько других знаний. И житейская мудрость, и немного другого подхода. Вот. Соответственно, я искала что-то еще для саморазвития. Посмотрев несколько вебинаров Светланы, я сразу приобрела пакет «Платина», где в общей, в совокупности собраны все передовые знания касаемо человека. У нас была западная физиогномика. На этих занятиях мы разобрали, как по чертам лица, по шрамам, по родинкам уметь составить описание человека, его черт характера. Более того, даже предсказать какие-то моменты опасных периодов или, наоборот, взлета в их жизни. То есть как-то вот теория предсказания, что ли, вот так можно сказать. На основании восточной физиогномики я смогла разобрать рабочие свои взаимоотношения. Почему тот или иной человек сможет занимать какую-то должность, а кто никогда не станет хорошим начальником. Потрясающее знание, и настолько вот они связаны с реальной жизнью. Был и профайлинг, кого интересует теория лжи. У нас сейчас вот эта графология, где мы разбираем почерк и подписи, и на основании этого, не видя человека в глаза, можно дать тоже характеристику. Настолько интересно и невероятно, только восхищаться приходится. Потом сама Светлана, настолько легкий, харизматичный человек, настолько она умеет сплотить группу, и вот как птица над птенцами, которая вот подталкивает и поддерживает, настолько легкая, настолько изящная в общении, с чувством юмора. Потрясающая группа у нас собралась, даже вот хочется похвастаться. Как-то вот в чате общаюсь прям как родные уже все. Что мне особо понравилось? Допустим, когда ты учишься в институте, ты вынужден брать академотпуск, прерывать трудовую деятельность, брать билеты, ехать в другой город, 25 дней сессии, интенсивных занятий, потому что ты пишешь. Нет. Огромная экономия денежных средств. Для меня это тоже важно. И удобный график занятий. Мы 2 раза в неделю собирались в режиме онлайн, смотрели занятия. Более того, если что-то как-то, какие-то вопросы возникают или что-то недопонял, можно всегда в режиме онлайн пропечатать любой вопрос, и тебе дадут на него исчерпывающий ответ. Если не успеваешь попасть на занятия, мало ли как складывается ситуация, то можно потом пересмотреть в записи любое занятие, что-то переосмыслить, можно повторно возвратиться еще раз к какой-то теме, ее опять пересмотреть. В общем, очень удобно и экономит кучу денег. И самое интересное, есть и домашние задания, которые ты можешь выполнять, а можешь полениться и выполнить позже. Настолько удобно, настолько комфортно, настолько интересно. Я даже не знаю, вот как ограничить. Говорят, вот есть репрезентативные системы, свой должен быть спектр участников. Но здесь знания по физиогномике пригодятся и руководителям, которым нужно мотивировать, изучать своих сотрудников, как на них воздействовать. Эта наука пригодится и в общении с детьми, и общении с родственниками. Вообще вся же наша жизнь сплошная коммуникация. А эти знания помогают выстроить взаимоотношения со всеми. Ты знаешь, что от кого ожидать, где промолчать, где, наоборот, можно воздействовать тем или иным образом. Потрясающе. Все, кого интересует понятие человек, его место в мире и взаимоотношения людей, всем рекомендую посетить именно этот курс. Более того, я краем глаза, девушка любопытная, просматривала, что есть на других вебинарах. К сожалению, некоторые
вещи меня разочаровали. Поэтому я очень довольна, что попала на курс Светланы. И научная база. Хотя говорят, что вот физиогномика это не наука, психология наука, физиогномика не наука. Наоборот, физиогномика мне помогла в реальной жизни, в построении реальных взаимоотношений, чего не сделала в свое время психология. Я безумно благодарна. И спасибо еще раз Светлане, рада, что могу выразить свое восхищение, благодарность и порадоваться вместе со всеми и за свой творческий рост и за тех, кто меня окружает в нашей группе. Всем удачи! И еще раз говорю, кому нужны эти знания, смело приходите, это здорово! Спасибо за внимание, удачи вам!